Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня перед нами стоит задача найти причину отказа системы автоматической регулировки фар и устранить неисправность. Насколько удобно и быстро мы справимся с этой задачей с помощью прибора Launch, мы сейчас проверим. Выбираем локальную диагностику, европейский рынок. Находим тут нашу марку Peugeot. Подтверждаем. Выбираем автоматический поиск. Быстрое тестирование. И ожидаем, когда система просканирует все блоки управления. В процессе опросов блоков при выполнении быстрого тестирования на информационном дисплее автомобиля могут появляться неисправности. Может включаться и выключаться радио, но не обращайте на это внимания. Это является нормой. Быстрое тестирование завершилось, и наша неисправность находится в блоке лампа разрядки с направленным ближним светом. Звучит она как ошибка цепи датчика высоты задней части кузова, сигнал слишком слабый, обрыв цепи или короткое замыкание на массу не характеризуется. Соответственно, нам необходимо обратить внимание в первую очередь на задний датчик высоты кузова. Проверить состояние разъема, проводки, измерить напряжение, входные и выходные сигналы. Сейчас все проверим и потом расскажем, в чем было дело. Итак, мы довольно-таки быстро определили причину, проверили проводку и выходные сигналы с заднего датчика высоты кузова. Сам датчик оказался неисправным. Проблема решилась его заменой. Спасибо за просмотр. Не ломайтесь.